А знаете, люди, где находится Чмутаракань? Да у нас, в России, на Кубани. Так называлась древняя славянская крепость. Раньше это было не весть где, а теперь в эти края едут отдыхать отовсюду. Еще бы! С одной стороны здесь Азовское море, с другой Черное. Жаркие пляжи, снежный Кавказ, бескрайние степи, словом, рай. Кубань – это еще и житница России. Здесь выращивают пшеницу, виноград, рис, чай, даже киви. В 18 веке, по воле императрицы Екатерины, на Кубани обосновались казаки. Их главный город стал столицей Краснодарского края. И теперь Кубань трудно представить без казачьих станиц, коней и песен. Во как! Люди разные, а страна одна –